Всем привет-привет! Сегодняшнее видео я начинаю одна. Мои ребята сегодня не со мной. Антон на работе, Уляна в школе. И я еду на одну из локаций. У меня сегодня встреча с риэлтором. Хочу посмотреть один очень неплохой вариант. Дом на продаж. Вот, зацепили нас картинки на сайте у риэлтора. Цена адекватная, в надежде, что он нам понравится, и картинки окажутся более-менее реалистичными. Друзья, я уже на месте, я припарковалась, вон там моя машина. И я хочу показать вам вот этот юнит, вот этот дом, таунхаус. Я уже быстренько посмотрела здесь что и как. В целом мне очень понравилось. У меня было хорошее предчувствие. Значит так, входная дверь. Лестница ведет в бейсмент. Бейсмент сделан, я потом покажу. Так, это зал. Зал хорошего размера, ламинат, большие окна, красиво подобран цвет стен и штор, люстра. Все это остается здесь, представляете? Цвет стен немного темнее, но чем мы бы хотели, но в целом смотрится все хорошо и гармонично, да? Телевизор, кстати, тоже остается здесь. Очень хорошо. Телевизор большой, колонки, все. Значит, входная дверь. Здесь небольшая лестница. Да. И маленький такой островок. Если идти от входной двери, поворачивать направо, у нас там кухня по центру, здесь гардеробная, не маленькая, хорошо. По эту сторону туалет. Такие двери, чисто один туалет. Раковина, зеркало. Ну, в принципе, хорошо. И окошко тоже. Так. Перейдем в самую главную часть этого дома, это кухня. Вот, белая кухня, новая, с новой техникой. Два рукомойника, посудомоечная машина, столешка, это камень, это тоже камень, окошко, белый цвет кухни, микроволновка, духовка, плита, островок. Обратите внимание на шкафчики, сами закрываются. Очень хорошо. Лестница ведет наверх. Холодильник. Очень хороший холодильник. Новый. Видно, что в этом доме люди ухаживали за домом. Все чистенько, уютно. И лампы, люстры все остаются. Также стол. Нам не придется на первое время покупать новый стол. Вот. Стол не сильно такой, может, какой-то красивый, но на первое время нам сойдет. Много света. Единственное, что локация вот этого дома, скорая помощь поехала,
Локация этого дома находится на Шумной улице. Значит, с кухни мы перейдем на бэк-ярд. Вот. Бэк-ярд не сильно большой, но не сильно маленький, потому что мы видели поменьше бэк-ярды. Вот так вот. Цена этого дома очень хорошая, я потом скажу. Значит, вот такой сарайчик вот остается тоже здесь. И даже барбекю. Это окно выходит с комнаты, которая находится в бейсменте. Так, ну, в общем, батут поместится. Летняя мебель поместится. Отлично. Единственное, что единственный минус, что немножко здесь будет шумновато. Busy Street на английском будет. Так, хорошо. Но, тем не менее, я вижу больше плюсов, чем минусов. Минуса незначительные. С этим можно жить. Как вам впечатление первого этажа? Так, хорошо. Посмотрим, какой второй этаж. Ковролин. Да, в комнатах должен быть ковролин. С ковролином чувствуется более уютней, что ли. Вот. Значит, на втором этаже две большие комнаты. И в каждой есть своя ванна. Хорошо. Чем этот дом мне нравится? Много окон. Комнатка не сильно маленькая, не сильно большая. Отличная по размерам. Так. Да, за счет окон здесь не так уж и темно. Хотя камера, может, не сильно передает все. Гардеробной здесь нет, есть обычный шкаф. Достаточно глубокий, смотрите, видите? Так, это первая комната. У нас тоже такой же самый шкаф. И на квартире такие же самые двери. Да, простенькие двери. Вот кухня шикарная, хорошая. Так, посмотрим ванну. Плитка. Один рукомойник. Где тут цвет? Один рукомойник. Камень. Зеркало. Фух. Ванная. Ванная, обратите внимание. Две вот такие штуки. И два переключателя. Третий ванну набирать, напускать. В общем, представляете, даже вот эти вот шторки, они тоже здесь остаются. В общем, по минимуму нам надо будет вложиться в этот дом. А еще свет. Не пойму чего. Зачем нужен в ванне свет там? Ладно. В общем, мне этот дом очень-очень нравится. Классно. Еще зеркало. Не сильно маленький. Не сильно маленькая ванная комната. Хорошего размера. Все. Выключаем свет. Так. И сразу мы перейдем в соседнюю комнату. Не пойму я. Это родительская спальня, либо та, что будет там. Так. Сразу шкаф. Такого же самого размера, все. Ковролин. Тот же, такой же самый цвет стен, много окон. Интересная планировка. Вот.
Вид из окна вам покажу. Тим Хортонс. Это то заведение, где мы покупаем кофе, любим. Заправка. Антон выезжает на ту дорогу, едет сразу на работу. Хорошая развязка. А я выезжаю на ту дорогу и везу Ляну на гимнастику. Либо в школу. Макдональдс. Ну, в общем, дом находится в центре событий, всех событий. Магазинчики разные. Все рядом. Хорошая развязка. Так, и ванная комната. Наверное, вот это родительская, потому что побольше столешка, один рукомойник. Те же самые зеркала, окошко, ванна. Ванна достаточно, в принципе, стандартного размера. В общем, походу, здесь очень хорошие вот эти душевые штучки. А еще каждая ванна, вот такие полочки есть. Не сильно, может, видно на камеру, но они есть. Так, хорошо, выключаем свет. Две большие комнаты. Так. И здесь выключим свет. Можно спускаться. А еще я не помню, показывала вам, не показывала вот эту дверь. Здесь кладовка. Да. Хорошо. И давайте спустимся в бейсмент. Так, тот же самый цвет стен, ковролин. Здесь одна комната, одна ванная. Итого три большие. Две большие комнаты, три полноценные ванны и один туалет. А здесь комната будет немножко поменьше. Спускаемся. Что-то она говорила по поводу звука лестницы. Я ничего не поняла, но она сказала, что это все ремонтируется. Такая вот кладовочка. Комната и зал. Зал не сильно маленький, но нормальный. Так, комната. Вот комната немного такая маленькая и с интересной формой, что надо будет думать, как поместить сюда кровать. Вот. Но первый год Ульяна по-любому будет с нами, может и два, я не знаю. Либо девочки будут вместе потом жить. Я не знаю, как будет, но, в принципе, вы же понимаете, дом идеальным не может быть. Да еще за ту цену, которую мы хотим. Вот это окно. Бэк-ярд там наш. Шкаф стандартный. Да, здесь гардеробных таких больших нет. Ну, в принципе, мы и без этого обходились. Так. А вот здесь уже телевизор... Нет. Ну, у нас есть свой, поэтому можно повесить его будет сюда. Хороший будет зал, такая family room, play room. Ванная комната. Может, наличие три больших ванных комнат. Обалдеть. Туалет, раковина. Все одинаковое. Ага, все. Хорошо. Плитка. Вроде, насколько я поняла, плитка не пол не отапливается. Она обратила внимание на вот этот бачок, бак. Я не знаю, что это такое вообще. Эта система нагревает воду. Сказала, что обычно в других домах он идет поменьше, а этот вообще большой. Наличие есть стиральных машин, стиралка, сушилка. И они, вы знаете, не из дешевых. Вот, полки, все есть.
Тоже что-то она говорит, что эта вся система новая. Тут тоже все открыто, но все безопасно для нас. Так, хорошо. В общем, это комната. Я в этой комнате ничего не разбираюсь, кроме вот этой части. Поэтому будем... Я буду Антону говорить, чтобы он еще приехал и посмотрел. Вот. Так как вариант стоящий, хороший. Что здесь? Ага. Значит, двери сейчас, когда спускалась в бейсмент, не было. Ее сняли по каких-то причинам, но она есть. В нашем случае мы, наверное, все-таки поставим, потому что у нас будет ребенок. Ну, я не знаю. Будем ставить, не будем. В общем, здесь еще такая под лестницей находится кладовка. Хорошо. Итого, ванная комната, две кладовки, лондри, прачечная. Все хорошо. И... Ну, единственный такой минус комната вот эта, непонятного размера. Свет там, и свет еще там есть. В принципе, нормально. Вот. Все. Включаю свет, поднимаюсь, иду разговаривать с риэлтором. Друзья, готова поделиться с вами своим впечатлением об этом доме. Дом мне безумно понравился. Цена этого дома, этого юнита 290 тысяч. Дом в прекрасном состоянии. Хорошая техника. Даже такое, как люстра, шторы, стол, телевизор есть в наличии. Это все бесплатно прилагается. Вау, это нам намного... упростит как бы переезд. Дом мне понравился. Минус один, улица, проезжая часть. А так в целом все хорошо, я довольна. Мне... Буду говорить с Антоном, посмотрим, что он скажет. В любом случае мы еще раз приедем, и он посмотрит, тогда уже надо будет принимать какое-то решение.